Новую статую Мартина Лютера Кинга приняли за пенис. Двоюродный брат жены Мартина Лютера Кинга заявил, что скульптура похожа на пенис. В Бостоне недавно открыли скульптуру, посвященную американскому активисту и правозащитнику Мартину Лютеру Кингу-младшему. На нее потратили 10 миллионов долларов. И вот пришел этот самый брат на открытие, посмотрел на статую и сказал: «Она похожа на пенис». Эта бронзовая скульптура называется «Объятие». Художник вдохновлялся фотографией, которая была сделана в день вручения Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу-младшему. И на этой фотографии он нежно, трепетно, весело обнимается со своей женой. Вот этим фото он вдохновлялся. Лично мне не напоминает это никакой пенис, но мне кажется, что это просто руки держат какую-то огромную кишку. Напишите, что это вызывает у вас, какое